resan. Och här finns ju då även nationalparken av Garajonay som man då kan gå in i och kika lite på. Vi kommer att stanna här i en halvtimme, så klockan 14.30 kommer vi till att ses vid bussen igen. На полчаса останавливаемся здесь. Ничего себе, нормально. Да. С чего бы это? Погулять. А, просто погулять? Кафешек таких еще нету здесь? Кафешку надо дальше. Дальше будет. Чуть попозже, я вот так нет. Так, друзья, сейчас в национальном парке остановимся. Здесь камни нельзя оставлять. Рядом с этой lilla vita stugan här och framför oss, jag visar vägen. Till er för dit, visa vägen dit för er som vill komma dit. Och precis bredvid så finns då nationalparken av Garajonay. Och det är gratis att gå in där. Så 14.30 ses vi här igen. Ska vi посмотрим. О, какой здесь воздух. Вот он, национальный парк. Вот мы сейчас видим такие необычные, оригинальные заросли красного цвета, испанский. Здесь у нас также растут своеобразные кустарники. Такой вот национальный парк у нас. Очень красиво здесь на самом деле. Особенно воздух. Так, сейчас надо узнать, возможно ли там зарядить камеру. И будем ехать дальше. Полчаса. В этом месте можно потусить, сказали. Так, пока выключаюсь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся на острове Ля Гомера.